Друзья, приветствую на очередном обзорчике. У нас сегодня на распаковочке массажер физиотерапия коленного сустава, вибрационный инфракрасный массажер для колен. Грубо говоря, вот такой вот массажный наколенник. Покупал я его в Валберес. Опять он пришел ко мне запакованный в такую пупырочку. Давайте же мы его вскроем и посмотрим, протестируем качество самого приборчика. Да, всегда, вы знаете, хорошо упаковывают Валберес товарчики. Ну, может быть, не все продавцы, да, но конкретно, может быть, этот. Ссылочку в описании я оставлю на него. В любом случае, надо будет протестировать и посмотреть, как он работает. Да, жестко прям так это. Увесистая коробка, хочу вам сказать. Прям вообще. Описание. Предлагаем вам коленный массажер нового поколения. Это высококачественный прибор, он легко крепится, отлично прилегает к ноге вне зависимости от анатомических особенностей. У изделия сильная застежка, она не расстегнется даже спустя длительное время. Массажер хорошо прогревает колено. Этот нагрев оказывается равномерным. Температура, что возникает при этом, оказывается наиболее подходящей для лечения и оздоровления. Уже в течение непродолжительного времени вы почувствуете положительный эффект воздействия продукции на ваше здоровье. Массажер занимает немного места, его легко хранить и брать с собой туда, куда это необходимо. В качестве показаний к применению можно указать боль в суставах и простуду. Характеристики: цвет черный, материал полиуретан, вес товара 1 кг 360 грамм. Так и написано: нагревающий колено массажер. Так, есть коробочка. Ну понятно, это сделано у нас в Китае. Тут даже есть веб-сайт указанный. Вибрационный массаж и поддержка температуры. Ну что ж, давайте его распакуем и посмотрим, что же там внутри. Давайте я распакую ее. Здесь у нас две такие застежечки. Открываем нашу карабулечку. А что мы там видим? А там у нас еще и чехольчик даже. Давайте посмотрим здесь какие-то бумажки. Тут у нас больше ничего нету в коробочке. Тут у нас идет первое, что инструкция пользования, она у нас двухсторонняя. Далее у нас идет гарантиечка. Ну, нам больше интересен сам тренажерчик. Вот он идет в таком вот интересном чехольчике. Как будто, знаете, держу какой-то насос от автомобиля. Но это не так. Давайте мы его откроем и посмотрим. О-хо-хо-хо! Это вообще пипец. Вау, слушайте, здесь, конечно, слушайте, прикольно сделано. Нифига себе. Подключения даже какие-то. Давайте посмотрим. Два наколенника. Такое ощущение, как будто я играю в хоккей. Блин, они просто огромные. Честно вам скажу. Так, что у нас тут идет дальше? А дальше у нас идут аккумуляторы. И что мы у вас тут видим? А это у нас две штуки 18650. Стопудово. Так, смотрим. 2600 миллиампер. Input. Так, 8,4 вольта. Так, а у нас по стандарту он идет 3,6, да, получается? Ну да, значит, это 2 18650. Так, еще один аккумуляторик здесь же в пакетике упакован. Я его пока доставать не буду. И у нас второй, это, наверное, блок питания. Блок питания, который двумя концами заряжает, соответственно, этот. Ну, блок питания,
что у нас получается? 1,5 ампера на 8,4 вольта. Нестандартно как-то все сделано. Слушайте, огромное. Здесь сделано на липучке. У нас все. Материал, хочу вам сказать, очень хороший. Знаете, такой вот плед, мягкий-мягкий. Вот здесь вот прям так же. Давайте посмотрим, как он работает. Получается, кармашек у нас здесь есть для батарейки. Сюда мы его и поставим. Вкладываем в кармашек. Все предусмотрено. Включаемся. Включили. Ну, что это было? А это было у нас типа включение. О-хо-хо-хо! Вибрирует он жестко. И нагрев включим, да? Поддержим. Жесть, слушайте, вообще все мало мощный, да? Так, выключили. Если я включу и... Тут есть еще и режимы. Ой, слушайте, я чувствую, как он нагревается. Прям жалко, что у меня нету тепловизора, чтобы вам показать. Греется он тоже неплохо так. Так, три режима у нас. А, режимы нагрева тоже, по ходу дела, тоже три штуки. Неплохо прогревается. Так, я его сейчас пока выключу. Вот такой вот у нас тренажерчик. Слушайте, ну что я могу сказать? Как попробую, так, наверное, еще даже в комментариях напишу, что я об этом думаю. Интересный здесь такой материальчик. Застежечки очень удобно сделаны. То есть это все размерки. Тут, кстати, подписано LR, я так понимаю. Вот, потому что имеется какая-то анатомическая, хоть, да, с какой-то стороны застежка имеется. То есть для удобства коленку куда вкладывать. Вот такие вот наколеннички. Ну что ж, друзья, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.